Свейки. Стихотворение из этого ролика, на первый взгляд, не является выдающимся. Но, с другой стороны, это произведение несет в себе едва заметный, но глубокий подстёб в сторону человека. Маршак Самуил Яковлевич. Шумят деревья за моим окном. Для нас они деревья, как деревья. А для других укромный мирный дом или временный привал среди кочевья. Вчера я видел, съежившись комок на дереве у моего окошка, сидел хвостатый рыженький зверек и чистился, чесался, точно кошка. Лизал он шерстку белую брюшка, вертя проворной маленькой головкой. И вдруг, услышав шорох, в два прыжка на верхней ветке очутился ловко. Меж двух ветвей повис он, словно мост, и улетел куда-то без усилия. Четыре лапы и пушистый хвост ему в полете заменяют крылья. Моя сосна, его укромный дом или временный привал среди кочевья. Теперь я знаю, за моим окном не только мне принадлежат деревья. Ачу.